Давай, давай, лей-лей, не жалей. Я много купил, потому что Клоун Кола — это лучший напиток на новогодний стол. Согласен. Идеально подходит. Начинается. Здравствуйте, дорогие друзья. Через несколько минут этот год станет еще одной перевернутой страницей. В новом году я хочу пожелать вам достижения всех... Я не понял, это что такое? Погодите, сейчас. Ё-моё, это плазма, ей даже постучать негде. А может, батарейки сели? Какие батарейки? Это максимум пробки выбило. Попробуй выключить и включить. Серёжа, если бы выбило пробки, мы бы сразу об этом узнали, потому что у нас бы сверху света не было, ёлка бы не горела. Короче, у нас в кладовке есть старый телек. О, быстрее, быстрее, обращение же идет. Риви, ну где там оливье? Уже все, уже включается, уже все, начинается. А что оно транслирует с помехами, Серега? Ну там... Порыскай своими антеннами, покажи нормальную картинку. Не видно еще, по-прежнему ничего не видно. Помехи какие-то. Сережа, ну сигнал сверху-то идет. Ну поднимай. Ой, повыше. Сам. О, уже получше. Лазь. Вот так вот, конечно. Ровно держи и не шевелись. Да, уже, дай мне клоун колы глотнуть. Вот, конечно, конечно. Уверенность в себе. Все, 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 хватит, давай. Я искренне надеюсь, что успели купить подарки из близких. Ну а даже если нет, то самое главное, что у вас есть семья. С Новым годом! 9, 8, 7, 2, 1! Ура! Ура! Капец, я на парах устал. В холодильнике, наверное, как обычно, ничего съедобного. Ну да, только то, что кто-то забыл доесть или просрочка. А это что такое? Привет, привет, это к столу. А что это за праздник желудка такой? Сейчас все узнаешь, давай садись. Серега! Так, что, зашел? Нифига себе, даже плавленый сыр. Это я для вас накрыла, с праздником, ребята. Блин, с праздником? Это с каким? Ну, сегодня же день студента. Точняк, вот это поляна студенческая. Так, все, угощайтесь, ребята, я за чайком. Ага. О, даже бананы еще до конца не сгнили. Отлично. Так, ребят, последний. Но не одноразовый. Так, погоди, куда ты, прямо на пакетик? Каждый макает чай по два раза. А то что мы будем на следующей неделе пить? Макс, я вам заварю. Спасибо, по большой раз, водичке. Раз, два, отлично. Раз, два, и раз, два. Супер, это мы сохраним. А куда воду-то унесла? Ну, Риви, а как заливать? Сейчас, секунду, держи. Я еще никогда так не радовался тому, что я студент. Так, Серега. Блин, с 14 февраля. Спасибо. Давай посмотрим, у кого сколько валентинок. Давай. Это мне. Так, а ну-ка. Ага, это тоже тебе. И это мне. Сейчас где-то и мне будет, наверное. Ты просто лапа. О, как мило, это тоже мне. Это тоже тебе. И это тебе. Да моя сейчас где-то будет, явно же мне кто-то подарит. А это мне. Что за бред? Где моя валентинка? Это все мне? Да. Мне? Так, мне, мне, мне. Сколько валентинок. Так, смотри, какое сердце подарили. Угу, круто. Офигеть, ни одной валентинки не пришло. Ты кто? Чего грустишь? Кажется, остался без валентинки. Чего ты на больное давишь? Не нужна мне никакая валентинка. Ты кто вообще? Ну, я Купидон. И сейчас моя стрела поразит тебя прямо в сердечко. И ты влюбишься. Ты что творишь? Не буду я ни в кого влюбляться. Не надо мне это. Как это не будешь? Все должны влюбляться. Не надо мне. Спасибо. Ну куда ты от меня убегаешь? Ты же хочешь. Нет, не хочу. Ну куда же ты, куда же ты? Влюбляйся. Ой, мимо. Куда залезть? Так, стой, мужик, стой, 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 пожалуйста, не надо. Ну все, ты уже в углу, бежать некуда. Ну, пожалуйста, Купидон, ну я не хочу. Давай договоримся, пожалуйста. Нет, со мной не договориться. Я сделаю тебя счастливым. Я влюбился. Ну а теперь челлендж. Нужно попасть в это сердце. А попадать мы будем вот этими шарами. Так. Мы берем вот так вот шарик, надуваем его и отпускаем. И он должен пролететь сквозь сердце. У каждого из нас по 5 попыток. Кто попадет больше раз, тот и победил. Изи. Лен, ты первый. Окей. Давайте. И так. О, как ярко. Я думал, с первого раза попаду. У тебя еще 4 попытки, давай. Одну очку! Как рядом! Оно прям уперлось! Оно прям вот сюда уперлось! Оно не могло вот так вот пролететь или что? А у нас сердце, а не круг, как у некоторых. Есть! Есть! Три попытки! Ну, не подряд, конечно, но за 5 попыток 3 сразу, это было сильно. И... Вау! Первого! Ты красава!
Блин, ну ты в зрители попал. Ой, извините, пожалуйста, ну я не хотел, я сюда целился. Эх, вторая попытка мимо. Вау! Ну, не получилось. Ай. У Сереги последняя попытка, чтобы догнать меня, либо же он не войдет в топ-1. Ого, с колена. Или нет? Браво, Серега, у нас с тобой одинаковые очки. И... О, как мимо. Вообще, даже не близко. Это всего лишь твоя первая попытка. Ну-ка. Риви, ну вот с таким звуком у тебя и получился бросок. И... Молодец! Молодец! А ну еле-еле залетел туда. Ну что? Финал! Тут все очень просто. Мы стреляем по очереди до первого попадания. Ого! Все! Погоди, погоди, у меня еще бросок. У него нет шансов. Молодец! Хорошо! Теперь моя очередь. Так, попыточка. Сюда! Что, ты думаешь, что пугал меня, да? Да, конечно, напугал. Ты не можешь попасть два раза подряд. Ага. Есть! Я победил! Серега, держи. Это твоя. А что такое? Ну как что такое? Сегодня же 23 февраля. Наш день, день парней. Так, подожди, я даже не служил. Я тоже. Ну это не важно. Ну, есть 8 марта, это женский день. И у пацанов должен быть свой день. Нас же в школе с 23-м поздравляли. Поздравляли. Вот, держи. Ну это я так, для антуражек. Круто же. Клёво. А чё у вас тут за сборы? Как это чё? Вообще-то сегодня 23 февраля, праздник мужчин. Точно. Ну ты же подготовил нам сегодня подарки. Ну, конечно. Сейчас вот курьер приедет, что-то опаздывает. А, сейчас пойду, позвоню ему. Давай. Мальчики, вот ваши подарки. Нифига себе. Ого. Нифига себе. Какой большой пакет. Носки? Да. Реально? И всё? Они дедовские. Ну, вообще-то я старалась, выбирала самые лучшие. Мало ли, ноги намокнут, вот запасные. А у меня дезодорант. У меня ж как раз его нету, да? Да, намек на то, что ты воняешь. Запах печенек, да? Ну, как-то странно пахнет, конечно. Что сказать, спасибо тебе за подарки, получается. Пожалуйста. Да, круто. Ну, надеюсь, вам понравилось, потому что это лучшее, что можно подарить на этот праздник. Слушай, Серега, я даже знаю, куда носки применить. Ну, локоть болит нажимать. О, давай. Спасибо большое за подарки, у нас тут финал армрестлинга. Ну, хотя бы так. Сюда. Да все, я уже устал. Да-да, конечно. Молодец. Слушай, а давай померимся в настоящем мужском челлендже. Давай. Итак, у нас есть вот такая бутылка с жидкостью. И мы надеваем ее на голову. И нам нужно будет без помощи рук вылить эту бутылку в унитаз. И постараться не попасть на поток. Бутылку открутил, все, погнал. Прицелься, прицелься, это очень важно. Примерно расстояние пойму. Да что не льется? Ой, пошел, пошел. Попал уже немного на ободок, но ничего, живем. У тебя еще половина точно. Ой-о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 й. Давай-давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, все, от мамки хана была бы уже. Еще. Тихо, аккуратно, тут еще. Я не вижу ничего. Не двигайся немножко. Все. Ну, слушай, так, фиксируем, значит. Теперь моя очередь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, получается. Кап-кап-кап-кап-кап-кап. Уже капелька есть. Капелька это немного капелька, легко убирается. Ой-о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 й-
кричали? Что ты кричишь, дядя, дядя? Я не понимаю, ты хоть помог бы? Давай, Риви, теперь ты. Да, мне тоже интересно, давай. Ой, да на изи, вон. О, да, вообще, да, вообще изи, изи, изи. А что, получается все, да? Да, да, все очень... О, хорошо. Это смак. Ничего не видно. Ну вот мы с этим боремся. О! Нормально, нормально? Да, все хорошо. Ё-моё! Так, ну, тут, если честно, даже непонятно, кто конкретно проиграл. Нет. Но победитель у нас явно определен. У-ху! Спасибо. Поздравляю. Что у нас там дальше? Что так колется? Что это такое? Э, ты что, пранк какой-то? Откуда здесь солома? Эй, ребята, не смешно. Так, вкусный чаек с утра. Вот.
Фу! Это что? Откуда? Риви, иди сюда! У меня что-то с рукой! Что это? Успокойся, Серега! Что происходит? У меня вон сено из руки торчит! И что? Как что? Я становлюсь соломенной, как чучел какой-то! Ну да, все правильно. В смысле правильно? Ну сегодня же масленица. Нужно сжигать чучело. А чучело это ты, Серег! Что? Сама ты чучело? Я ничего не понимаю! Ну сам посмотри! Вон, Глент уже костер готовит! Сжигать тебя будем, Серега. Серега, ты уснул прямо посреди ролика, все хорошо? О, серьезно? Я не чучело? Ну как сказать? Нет, Серег, все хорошо. Ну, такой сон приснился. Ну, давай блины есть, масленица же. О, спасибочки. Обожаю. Mm-hmm. Да-да, спасибо большое. Да, Ольга Рязаевна, это Глент. А, ну вы ж не знаете. Влад Чешейко, выпуск 2015. Поздравляю вас с 8 марта. Да, вы у меня классной руководительницей были. Если бы не вы, может быть, и вообще не выпустился бы. Да! А подскажите, пожалуйста, это вы работали в роддоме 28 лет назад? Хо-хо-хо. Если бы не вы, меня бы вообще не было. Я это звонил вас поздравить с праздником, с 8 марта. Да-да, до свидания. Повар из школьной столовой. Всегда двойную порцию чая наливала, представь. Людмила Валерьевна, здравствуйте! Ой, извините, ошибся номером, но вас тоже с праздником. Бережкова Светлана Валерьевна, Людмила Степановна, здравствуйте. Вы же работали в автобусе кондуктором пару лет назад. Вы мне когда-то в школьные годы разрешили на автобусе бесплатно прокатиться. Вот, звоню вас с праздником поздравить, спасибо сказать. Да-да, еще раз с праздником, до свидания. Слушай, это, тебе много еще осталось? Ну еще дофига. У меня, если честно, тоже. Так, кто? Алло? Нас приглашают поучаствовать в викторине в честь 8 марта. Давай. А, ждите, скоро будем. Выезжаем. Итак, дорогие участники, первый вопрос. Что из этого скребок гуаша? Так, ну что из этого скребок гуаша? Ха, знаю ответ. Мой ответ В. Это правильный ответ, Сергей, вы получаете 1 балл. Вопрос номер 2. Что такое керлер? Я знаю ответ. Это буква Б. Это правильный ответ, поздравляю. Плюс 1 балл. Так, я понял, все понятно. Я просто с женой хорошо общаюсь, я его слушаю. Следующий вопрос. Что такое лампе? Я знаю. Буква Г. И это правильный ответ. Поздравляю вас. 1 балл. И на этом наша викторина окончена. Со счетом 2-1 побеждает Сергей. Поздравляем победителя. Да ну блин, я готов принять приз. Днем сна. Главное не забивать голову всякой ерундой. Реально, если у пингвина в колени, зачем я об этом подумал? Чего, как обычно, заснуть не могу. Ну, пока я не могу уснуть, вы можете посмотреть, как другие ребята спят. Ну, а я пока посчитаю овечек. Раз овечка, два овечка. Что происходит? Почему я на полу? Опять упал. Надо еще поесть что-нибудь вкусненькое. О, пачечка лавы. Замок из чипсов. И кукурузные палочки. И клон колы запить. О, получше. Надо посадить дерево. Риви, мы дома! Короче, мы договорились не разыгрывать друг друга. Ну да, конечно. Но с Риви мы не договаривались. А, точно. Риви! Меня нет дома! Шучу, проходите. Проходите, я вас ждала. Хорошо, сейчас, мы идем. Пройдем. Так, это что такое? Ой! Ну, 1 апреля мой любимый праздник. Жалко, что вы не попались. Ну, не волнуйтесь, я подготовила только один пранк и больше не будет. Да, конечно, хорошо. Она по-любому заряжена на полную. Стопудово, по всему дому пранки. Ну ладно, вы располагайтесь, я по своим делам пойду. Не, Риви нуб в пранках. Пленку нужно натягивать максимально ровно, чтобы ее вообще не было видно. Так, нам нужно внимательно смотреть весь дом. Согласен, коллега. Погнали.
Я докажу пацанам, что девчонки пранкуют лучше. На самом деле я их обманула. В доме еще куча пранков. У тебя голова кружится? Да не, я говорю, осмотреться надо. Ладно, все, пофиг, давай без этих жестов. Мои комнаты там, твои там. Так, все чисто пока. Хе, ну Риви, ну кто так делает? Это ж видно. Слышишь, я там леску с пола снял, все. У тебя как, чисто? Практически, вот, смотри. Ё-моё! Ну кто так делает? Ладно, снимаем. И получается дом обезврежен? Можно чилить, коллега. Согласен. С днем космонавтики! Понятно. Я вам тут праздничный метеорит готовлю, а вы уже хаваете без меня. Да, картофель фри. Вкусненько. Да и в космосе просто голодать начинаешь быстрее. Поэтому тебя и не дождались. Да давай присоединяйся, что будешь? Борщ, грибной суп, манная каша. Куриные наггетсы, кисель из вишни. Хочу банановое пюре. Ну что, поехали! Ура! Объелись. О, такая сытная еда. Ну что, коллеги, какой фильм сегодня посмотрим? Предлагаю, как всегда, «Земля в иллюминаторе». О, поддерживаю. Давайте. О, прикольно. Эх, красота. Хорошо отметили, кстати, из еды даже ничего не осталось. А как это мы на космической базе будем дальше без еды? Получается, надо высаживаться на Землю. Объявляю приземление. Погнали. Ребят, смотрите. Что это? Тот, кто найдет больше всего яиц, выигрывает. Прикольный челлендж. Я-то нашел. О, точно! Сегодня же Пасха! Поздравляю, поздравляю. Праздником, поздравляю. Праздником, поздравляю. Праздником, с Пасхой, с Пасхой. А теперь... вы положили мои яйца на место. Верните яйцо. Ребята, что вы меня оставили? Я тебе довернусь. Яйца верни. О, так, яйца, яйца. О, еще одно яйцо. Не трогай мои яйца, ну положи все на место. Я тебе сказал. Ой-ой-ой. Верни все на место. Я до вас всех доберусь. Иди сюда. О, еще яйцо. Скринетите яйца, где же они спрятаны? А ну ай, нет, пошла нет, вон нет, из этой комнаты, не трогай мои яйца! Ой, кролик, смотри, смотри, смотри! Все, а ну, пока, пешный кролик! А ну, место! А ну, сюда! Думаешь, я тебя не догоню? Я тебя догоню! Блин, мои яйца, мои яйца! Ау, 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 ау! Это ребенок, это не яйцо! Не трогай яйца, я тебе сказал! Так, все, 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 стой, стой, стой! Мы сейчас пересчитаем, поймем, у кого больше, отдадим тебе. Давай, у меня три. Я жду. 5, 6, 7, 8. У меня 8. 2. У меня 7. Ну и один ребенок. У меня больше! Серега победил. На, забирай. Как все, дал бы. С Пасхой, ребят! С Пасхой. Пасхой. Странный кролик. Обожаю день защиты детей. Все острые предметы уже убрал, газ выключил. Осталось розетки позаклеивать. И вы тоже никогда пальцы в розетку не суйте. Все, мало безопасности. Пойду остальные розетки проверю. Так. Во, вот в этой пойду. Блин, классная. Сынок, аккуратней. Вау, спасибо, пап. Сейчас будем играть. Фу, я не успел, доча. Аккуратнее, пальцы прищемишь. О, спасибо, пап. О, вода вкусная. Это я тебе дам, ты шо, кипяток? Так и обжечь можно. Сейчас, холодник и разбавим. Вот теперь можно. Спасибо, папа. Спасибо. Ля-ля-ля-ля-ля. Все для безопасности детей. Эх, последняя бутылка. Угу. Ребята, поздравляю! С днем дружбы! Реально, есть такой праздник? Ну да. Срок дружба? Ну, прикольный такой, нормальный каламбур. Кушайте на здоровье. А у нас тут в гараже, кстати, есть еще пила. Называется дружба. Хотите, принесу? Да не, Серега, не надо, мы верим. Идея есть. Сейчас приду. Ребята, вы мне должны помочь. Нужно перелить воду из чайника в бутылку, не пролив ни капли. Держи бутылку. Давай. Так, Риви, я ж ничего не пролил? Да нет, вроде. И вот, мы теперь друзья, не разлей вода! Нормальный каламбур. Ну-ка, Глентик, я еще один придумал. Повернись ко мне яйцо. А ну-ка. Так, Глент, что у тебя вот здесь? Кадык. А вот с тобой кто сейчас? Риви. Получается, мы с Риви сейчас закадычные друзья. Ха-ха!
Да, Серега, ну нужно и грань таким шуткам знать. Ой, отвалите, нормальная шутка. Ладно, предлагаю лучше дружбу проверить челленджем. Ведь любой челлендж проверяет дружбу. Главное после него остаться друзьями. Итак, челлендж простой. Подкидываем яблоко и ловим его вилкой. У кого упадет, тот выбывает. Окей, погнали. Да, это продолжаем. Теперь лови. О! Так, берем новые вилки. Так, Серега. Клиент, постараюсь тебя не подставить. О-хо-хо! Нормально, нормально, живем. Так, Глент. Это мой косяк. Я немного думал, что он посильнее полетит. Ну, я выбываю. Итак, теперь с тобой за первое место. Второй раунд. Так. Приготовилась? Давай, готов? Все. Так, готов. Ё-моё, какая точность. Вау. Смотри, аккуратно. Да, плавнее, плавнее. Опа. О, нет. Ну, да ничего. Ладно. Победила дружба. Доброе утро, класс. Кто подготовил задание с каникул? Напоминаю, это должно было быть выступление на свободную тему. Можно я подготовил. Антонов? Ну давай выходи к доске. Сразу плюс балл за смелость. У меня рэп. Давай рэп. Дайте бит. Эй, я не умею. Ладно, тогда рэп без бита. В школе сегодня я, это 1 сентября. Первый урок, второй урок, хочется уже свободы глоток. Тик-так, 2 минуты прошло. Как так? Грызу гранит на ухе. Клац, клац, училка ставит двойки. Бац, бац, от мамки дома вечером. Ай-яй, за мной этот рэпчик повторяй. Диджей, зажигай. Великолепно, Антонов. А, хороший реп. За такое творчество 5+. Спасибо большое. Вот это я год начал. Реви, привет. Это тебе. Ого, как приятно. А что за повод? О, сразу видно. Человечек в деле недавно. Да. Сегодня вообще-то наш профессиональный праздник, коллега. Раз, два, три. С днем блогера! О, прикольно. Не знала даже, что такое есть. Так. Давай. А зачем она мне? Я же и так подписана на А4. Если тебе не нужна, передари тем, у кого нет. Ну, вон сколько еще не подписанных на канал. Точно, им же явно нужнее. Ребята, чтобы получить подписку на канал, нажмите на кнопочку под видео. И нас с днем блогера поздравите, и себе подарок сделайте. Вот, ты уже трушный блогер. Надеюсь, и вы будете трушными подписчиками. Ура, с днем отца! Праздник самых сильных и самых смелых. Предлагаю отметить его челленджем. Кто придумает самую лучшую отцовскую шутку, победил. Согласен, выбираем. Голосование. Окей, я первая. Приходит дед к бабке и говорит: ты лекарство свое сегодня пила? Не, я не пила, отвечает бабка. Я топор. Точно не пила, говорит дед. Нормально. Нормально, неплохо. У меня тоже есть анекдот. Точнее, даже загадка. Давай. Что такое красное и вредное для зубов? Конфета. Нет. Икра красная, не знаю. Нет, кирпич. Да, блин, реально, что не додумался-то? Ну ладно, ну как говорят молодежь, это был разогрев. Сейчас у меня будет настоящая шутка. А ну-ка. Встречаются как-то 2 мужика вместе. И один ему говорит: я считаю так, бьет, значит, не любит. А второй ему отвечает: Петрович, блин, так от тебя бьет, потому что ты электрик плохой. Это про ток. Да, током бьет. Давайте, на счет 3 показываем пальцем на того, как вы думаете, кто победил. Лося показывать нельзя. 1, 2, 3. Все, Сергей, ты победил. О-о-о, спасибо, мужики. У меня лучшая батина шутка. Всех с днем мнения. Да, я бы тоже поздравил, но мне лень. Кто тут? Кто тут? Глент, подай пульт, а то сейчас телевизор выключится. Не, он далеко, и мне лень. Мы же все-таки празднуем. Ну, я тогда тоже брать не буду. И не бери. Добрый. О, телек выключился. Что делать будем? Ничего. И по-другому продолжать праздновать День Лени. Слушайте, ну может какой-нибудь челлендж замутим, ленивый. Кто дольше простоит неподвижно, например? Не, что-то лень. Лень. Ну тогда ленимся дальше. И так я на этот класс разозлилась, как стуканула журналом-то по столу. Вообще обалдели просто. Все со стола просто посыпалось тогда. Вы меня, конечно, извините, никак там не хочу ваши способности принижать, но я однажды так по столу журналом ударил, что аж с потолка побелка посыпалась. Ну, коллеги, все это, конечно, неплохо, но скажу вам по секрету. Я однажды вот таким вот журналом стол пополам сломал. Коллеги, вы что, хотите помериться, кто сильнее журналом по столу бьет, что ли? Ну, я бы, знаете ли, не отказалась. Я тоже не против. Ну, сейчас мы вам все организуем. У меня даже в каморке специальный предмет есть. Вот этот предмет называется шумомер. Вот он нам и скажет, кто сильнее бьет журналом по столу. Ну, давайте начнем с самого громкого звука. Да, я тебя
тебя умоляю. Ой. Ой. 117. Это детский сад, это моя разминка. Уважаемо. Там это... Давайте. Хорошо, готово. 111. Ну? Ну, неплохо. Чуть промахнулись, конечно. Почти как трудовик. Ну, а теперь настоящий, так сказать, профессионал. 118,6. Ой, ну... Это я еще в полсилы ударил. Ну, чтобы вас не сильно расстраивать. Ну так что, коллеги, с днем учителя! С днем учителя! Поздравляем! По чаечку! Давайте чаек попьем. Серега, финальная карта началась! Пики, пики, пошли! Уже? Да. Вот он, финал интернешнала! О, мальчики, что смотрите? Гриви, как этого можно не знать? Сегодня же финал интернешнала. Так что либо смотри, либо не мешай. Ничего не поняла, ну давайте смотреть. Ну как ты не поняла? Есть там турнир по футболу, по баскетболу, Олимпийские игры. А есть турнир по Доте. И по CSGO, и по Лиге Легенд. Вот сейчас интернешнл, турнир по Доте. Финальная карта. А ты по-русски говорил? Просто наблюдай. Окей. A few moments later. Ребята, ничего не понимаю. Что такое блинк? Да блин, ты не понимаешь, ну просто наблюдай. Ну что тут такое происходит? Я пытаюсь. Ультой! A few moments later. Ну! Black Hole на пятерых! Ты видел? Помогите! Они их просто разносят! Что происходит? Ребят, что такие громкие? Я вообще не поняла, что сейчас произошло? Ну что непонятного, Энигма, блинка луна. Сажала тучку, дала Black Hole в пятерых, почти рэмпэдж сделала. Чего? Не понимаю. Серега, ответь. Ну, Риви, может пойдешь поиграешь в Sims, например? О, хорошая идея, что я тут сижу? Офигеть. Что они творят? С Хэллоуином! Сейчас мы кое-кого напугаем. Погнали. Открывайте быстрее! Угу, это костюмы. Кошелек или жизнь? Какой кошелек или жизнь? Друзей конфеты не берут. Давайте, проходите. Блин. Риви. Слушай, что-то он вообще не испугался. Да, не испугался. Ну ладно, есть идея, чтобы он точно в штаны наложил. Пойдем. Да-да, входите. Серега, можно тебя на секундочку? Да, окей. Что там? Я не понимаю, как здесь это делать? И вот, смотри, вот так нажимаешь. Ага. И лед идет. Да, вот, теперь понял. Теперь это все? Да, иди. Спасибо. Надеюсь, что все. Блин, серьезно? Пранк с туалеткой, детский сад. Понятно. Так, теперь все убирать тут. Испортили декорации. Все так. Да ладно тебе, Риви, я знаю, что это ты. Хотела меня напугать? Не получится. Ну что, сама выбираться не будешь? Давай уже, вылази. Счастливого Хэллоуина! С днем матери! Мы, как настоящие мамы, должны позаботиться о своих детях. И кажется, тут что-то не так. Надо их спасать. Нам нужно преодолеть вот эту полосу препятствий. Добраться до стола, накормить ребенка молоком и поменять подгузник. Но не все так просто. Маме будет очень трудно, поэтому мы будем пробираться через полосу препятствий паучком, держа малыша на животе. Ну и, разумеется, его нельзя уронить. Ну что, ребят, готовы? Раз, два, три! О, так, мы не спешим, идем, малыш! Идем. Мы такие! Нам спешить некуда! Так! Малыш, извиняюсь. Здесь тебе удобненько. Стой, у меня телефон выпал. Смотри, какой чехол со Шреком, а? Прикольный? Ну, извини, ну я плохая мама. Я люблю сидеть в телефоне. Так, что тут происходит? Так, давай, малой. Блин, у меня одежда неудобная. Снимаем памперсы. Писюхин ты. Ну кто тут наделал делов? Что это такое? Ё-моё, подгузник забыл. Он мне сейчас костюм испачкает. Пижаму дорогую. Ну ты голова. Нога одна. Ух, мамой будет тяжело. Все, нога одна. Тело сейчас должно дышать, я тебе клянусь. Меня так мать воспитывала. Расстилая. Смотри, я это видел где-то когда-то у мамы моей. Смотри, кладем на треугольник сюда. Вы что, пеленаете? Да. И потом как-то... Ну вот наверх. Залезай. Вот так. Ну, у тебя нет выбора. Так. Оп, либо ты, либо я. Я хорошая мать. Давай. Короче, разберемся дома. Бабушка придет. Что за... Она все сделает. Что ты делаешь? Да, оно так закрепляется. Лови струю! Все, я последний, но мой самый довольный. Посмотрите на глаза. Кстати, да. А у него? Он спит и бодрствует одновременно. Ну, ребят, согласитесь, мамами быть сложно. 100%. Мамочки. Блин, а где все? Они что, забыли, что у меня день рождения сегодня? С днем рождения!
Днем рождения, Сережа! Ого! Вы не забыли? Да нет, конечно, держи. Поздравительный шап. Лови. Так, шарики, пожалуйста. Поздравляю тебя. Желаю тебе счастья и здоровья. А я тебе желаю счастья и здоровья. Блин, ребят, ну спасибо большое от души. Глен, ну а ты что молчишь? У тебя же тоже сегодня день рождения. Ну да, получается, тоже именинник. Ха, так вот, Глен, поздравляю тебя. Счастья и здоровья. Спасибо, спасибо. И я тебе желаю, Глен, счастья и здоровья. Спасибо, приятно. Риви, ну а ты что скромничаешь? У тебя же тоже день рождения. Да, да, спасибо, что не забыли. Поздравляем. Ну, от всей души хочу пожелать тебе самое главное. Это счастье и здоровье. Спасибо, спасибо. Ну, самые честные и искренние пожелания. Ну, счастья тебе и здоровья. Спасибо, спасибо. Серега, сколько тебе лет исполнилось? 28. Значит, 28 раз дернул. А тебе, Риви, сколько лет? 23. О, 23 раза дернул. А тебе, Глен? Мне 23. Ну, получается, 23 раза тебе сейчас дернем. Давай. Раз, два, три. 21, 22, 23. Стоять. Нечестно. Раз, два, три, четыре. Нет! В общем, ребята, сейчас мы будем выбирать себе подарки. Но чтобы это сделать, нужно будет бегать вокруг стола, пока играет музыка. Потом музыка остановится в неожиданный момент, мы сядем напротив подарка. И главное условие — использовать подарок сразу же. Короче, погнали, музыка! Поехали! Все? Стоп! Вот! Мой самый красочный! Самый... Это айфон! Ну давай, открывай, ты первый! Это айфон, ребята, вот! Ну проверь, проверь! А, да, пахнет Apple-ом! Оу, е, бэйби! Да, я открываю вторая! Смотрите сюда! 14-й айфончик! Сюда, сюда, детка! Фу, кайф! Ой-ой-ой! Какой красивый! Так, а что у меня там? Дай посмотрю. Ну, кстати, не помешает. Кажется, это не для того. Ну-ка, на крышку посмотри. Кисточка для чистки пупка? Давай, давай. Зачем мне это? Блин, жалко, у меня iPhone еще не активировался. Я бы на видео это снял. Ладно. Ладно. Ну, конечно, подарок. О, не хочу, ненавижу, когда пупок трогают. Так, ну все, я думаю, хватит. У меня и так пупок чистый. Ой! Так, на, держи, твоя щеточка. Так, и третий подарок. Что же там? Тихо, тихо, тихо. Бластер! Чего себе! А ну, стоять! Нет, нет, нет! О, блин! А ну, Риви! Тихо! Беги! Тихо! Убегай! И сюда! О-хо-хо! Ну, с этим домом закончил. Можно и следующий пойти. О-о-о! Помнит еще про старого доброго Санта-Клауса. Тогда перекушу и полечу на оленях дальше. Опа. Это правда ты? Так, малыш. Нет, я просто убраться пришел. Клининг. Ага, с подарками и в костюме, и с такой бородой. Ты за кого меня принимаешь? Я вообще-то тебя сфоткал. Нельзя, чтобы это люди увидели, понял? Это же мировая тайна, понимаешь? Давай, удаляй при мне, все. А что мне за это будет? Ты, малыш, получишь свой подарок, а не уголек. Дядь Санта, так не пойдет. Знаете, сколько я всего получу за эти фотки? Ладно. Че хочешь? Дай подумать. О, точно! Вычеркни меня из списка плохих детей навсегда! Чего? А ты не офигел? Ты понимаешь, насколько это важно? Этот список каждый год проверяют высокопоставленные люди. Я не могу вот так вот просто взять, написать людям, выписать вот это. Ты че, совсем офигел? Еще одна фотка, вблизи. Ладно, я тебя понял. Да, поверни. Сережа Антонов. Все, нет тебя в этом списке. Дайте больше. Проверю. Доволен? Удаляй фотографию. Вот, смотрите, удаляю. Из недавно удаленных удаляй, я вас знаю. Все, дядь Санта, приятно иметь с вами дело. Рождество, малыш. Холодная. Слушай, ты не против, если я через выход обычно выйду, чтобы в камин не лезть? Да, хорошо, только тихо, родители. Да ладно, что ты переживаешь? Подарки уже. Рождество! И у нас есть челлендж. Рождественский челлендж. У нас у каждого на лбу висит карамелька. Трогать ее руками нельзя. Нужно подцепить все три карамельки по очереди и каждую занести в свой носок на камине. Риви, твой справа, Серегин слева. Что? Все поняли? Да! Да! Отлично, можем начинать. Как рулить? Как рулить? Сюда! Первый пошел! Извините, ура! Подвиньтесь. Деда Мороза трогаю. Полетела. Поподвиньтесь. Блин. Так, так. И
Опа-на. Стой, стой, куда? Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Ё-моё. Так, так. И вот, Серёга. Вот, аккура, аккура, аккура. Но я был третий. Ну, видимо, Рождество не совсем мой праздник. Ну, а челлендж можете брать на заметочку.